Так, первая победа Алтуфьева. Можно, все равно вырежу. Так, значит, начинаем с того, как нас зовут. Стоп, стоп. Как зовут? Да, как нас зовут? Впечатление от новой команды, от нового сезона. Сейчас она сходит накраситься, подождите. Так, Галя, начинай ты. У нас была игра. Очень замечательная сейгол. Вы там сделаете тут потом. Классно, девчонки. Да, молодцы, милые, добродушные, немножко толкались, но это ничего, все толкается. Набрали уровень после прошлого сезона, вообще мощные, классные девчонки. Мы, конечно, не особо оправдали свои ожидания, мы думали, что мы забьем голов сильно. Вот. Ну, а так скромно. Наша Кристина, наша умничка, правда, она хотела уйти после поражения. Нет, мы начали сезон не очень, так, конечно. Так, и как нас зовут, если это не военная тайна? Вася, Ира, Кристина, Кристина. Так, прекрасно. Мы команда Алтуфьева, тоже да, помните это. Мы возьмем их точно в этом сезоне. Но вы должны разгрызть еще Пантеон и основной инстинкт. Да, не переживайте. Да. Но судя по игре, да. Повернулась! Все, спасибо.